Здравствуйте, меня зовут Андрей Лебедев, я функциональный архитектор компании Кадерлайн. Я хочу пригласить вас на курс подготовки аналитика 1С. Кто это такой и почему это очень интересная работа? Дело в том, что очень часто, когда внедряется новое программное обеспечение, возникает достаточно ощутимый разрыв между теми, кто это программное обеспечение создает, и теми, кто этим программным обеспечением пользуется. Скорее всего, вы тоже с этим сталкивались. Пользователь начинает работать в программе и понимает, что он не понимает, как она работает, что программа делает не так, как он хочет, не то, что он хочет, не печатает те документы, которые ему нужны, и вот там нет какой-то ключевой информации, которая для пользователя критична. Для того, чтобы этого не произошло, в системе 1С предприятия, которое достаточно гибкое и очень много чего позволяет разработчику сделать, необходимо вмешательство аналитика, который выступает как своего рода переводчик. Он должен понять пользователя и объяснить разработчику, программисту, что именно от него хотят. Это бывает сложно, потому что, по сути дела, переводчику надо знать два языка и находить общий язык и с теми, кто хорошо разбирается в предметной области, и с теми, кто хорошо разбирается в 1С, и объясниться и с той, и с другой стороной. Но если говорить о том, кому стоит учиться на этом курсе, то мы в первую очередь, конечно, ждем тех, кто что-то знает в предметной области. Как показывает практика, проще научить человека, как работает 1С предприятия, нежели чем дать ему какой-то опыт и знания, связанные с финансами, с логистикой, с производством. Если вы чувствуете, что у вас такие знания есть, но вы хотите как-то расширить свои горизонты, если вы хотите вот эти знания как-то реализовать, монетизировать, вот в этом случае этот курс для вас. Приходите, мы вас ждем.